Ну что, поехали на рыбалку, что ли, дружба? Вот, приехали. Приехали на очередную точку. Вот такой вот камышек. Совсем безобидный. Но вполне в нем сидит щука, прямо чувствую. Вот такой вот прозрак. В общем, видно, как днем. Ну, на самом деле, время-то оно и пришло для подвоха. Здесь мы тихонько готовим снаряжение. Семен уже одел свои перчатки краги, готовит масочку. Обязательно поплюй. Вот так вот. Всегда, всегда плюют в маску. Для чего нужно? Если вы спросите в комментарии, для чего, я расскажу. В общем, вот такие вот у нас грузики. У каждого по 13 килограмм. Делается это для того, то, что костюм тебя как поплавок вытаскивает наверх, и тебе нужно заныривать, чтобы было проще. Ну и, конечно же, куда мы без синенькой изоленты. Как говорится, что временно, то и постоянно. Поехали. Будем бомбить. Вот такая вот рыбалка. Сегодняшний день не очень удачный. Несколько трофейных щук упустил. Одно из двух надо либо видео снимать, либо охотиться. Потому что только камеру включаешь, она еще пищит. Бесполезняк. Когда включаешь, она уходит. Короче, кучу уходов заснял. Ну и вот чего отстрелил. Пока. Это первый день. Поехали дальше. И одеваешь. О, 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 какой это кайф. Тут ногу вообще не чувствую. И то же самое проделываем со следующим носком. Вот это морда! Ааа! Ааа! Моя
Десятка! Десятка! Смотри, какая морда! Это вообще просто! Вот это морда, а! Ох, вот это морда! Семён, ты посмотри, я не могу! Какая здоровая, я не могу вообще просто! Семён, на холод второго. О! Ну слушай, а? О! О! Иди сюда! О, хороша! О, хороша! Фу, она меня помучила там, конечно. Чё ты, как дела у тебя? Да ладно, плюй прямо в камеру, все же понимают. Да так, у меня вон сюда в бардачке. В бардачке у тебя? Ага. Там в бардачке у меня. О, я смотрю, Ленька подшибел. Слушай, хорош линёк вообще. У меня точно такой же ушел, блин. Фу. Что, не нравится, конечно. Вроде поплавал, все устал. И ждешь, где катер? Я устал. Я там, сюда, рука. Не знаю кто. Пошел уже к деревьям, блядь, снестись. Мало ли, чёрт. Там же еще есть эта чека. А он чеку вот так случайно съел. Ты не объяснил человеку? Ты об этом думал, да? Я думал, вот дерево. А, вот я. Это я вес съел. Вот, смотри. Я думал, вот сюда уже на бережочек идти. Костерчик там. Чем бы ты костер-то разжигал, а? Братан. Вот так. Ты кайфлив. Опять коротышка. Ну-ка, достань. Я коротышка? Больше да, твоего. Хорошая. Такого не заметил, что ли? Не заметил. О, так, чувака вот такого не заметил, ну-ка, слушай, ну-ка, мы и достанем. Да, сразу же сейчас померим. Ну, давай. Ну, это что-то... Ну, так... Нет, это не та. Ты маленькую-то достал? Да это... Вот же, вот, конечно. Вот же большая. Доставай, давай. Во. Ой, да, на сантиметр, блин, на сантиметр больше. Эка, сколько, как жирнее, ты чё? Ну да. На 200 грамм примерно больше мяса. Мясо. Мясо. Давай. Иди, вот такие уже ушли. Вот. У меня больше ушли. Короче, либо снимать, либо, блин, охотиться. Я из-за камеры сегодня упустил, ну, штуки 3 точно упустил. Прям включал, снимаю, как она от меня выплывает просто. Это так, ради развлечения уже выстрелил. Такую малявку. Ну, вроде больше казалось. Ну, лень хороший лень. Ну что, на этой ноте заканчивается наша рыбалка. Губы онемевшие. Опа! Вот так вот. Оп! Два хвоста, еще последнее. Ну что, пора ехать на базу. Всем пока. Ну-ка, где мои динозавры? Дай-ка посмотрим. Вот.
Вот она. Вот она. Вот он, динозавр-то. Ну-ка, Семен, где твоя? Вот там динозаврище-то, а? Ха-ха-ха! О-ха-ха-ха!